Got them holes in the kitchen. Как же вы меня забомбили в последнем выпуске «Жертву маркетинга» и правильно сделали. Все не в фокусе, картинка черти какая, я сам снимал этот выпуск. А руки, видать, все-таки, когда взрослеешь, стареешь, они из плеч перемещаются ближе к заднице, и поэтому получаются такие выпуски. Ладно, сорян, нормальный зато рулет из курицы. Хорошие рулеты мы нашли. Что сегодня у нас? Димка вернулся, сегодня все в фокусе должно быть, да, Дим? Вот. Что сегодня на обзоре? Я довольно часто хожу по магазинам, работа у меня такая, не только для дома покупать, еще рецептики всякие и прочее, много где хожу, вот. Иногда такой ходишь и смотришь на какие-то товары, и черт подери, очень сложно решиться их купить, потому что ты думаешь, там, например, просто сок, но он стоит до хрилиард денег, то есть 250-300 рублей, думаешь, да ну его нафиг, сварю-ка лучше компоты, или... куплю какой-нибудь там сады Придонья, там, не знаю, домик в деревне, что-то такое. Домик в деревне – это молоко вообще, наверное, сока такого нет. Неважно, в общем, вы поняли. И не решаешься. И я понимаю, что как раз моя-то работа – решаться, чтобы вот обзор такие снимать. На пластиковые стаканчики сегодня обзор у нас. Нет, нифига. Вот такой рич, короче. Мажорный рич, который стоит по 260 рублей банка, типа сок прямого отжима. Я долго решался их купить, наконец-то купил. Сейчас вам расскажу вообще, стоит ли за это переплачивать. Давайте. Вот сказал 250-260, на самом деле глянул, 280 рублей стоит. Ну это капец вообще, это очень дорого. Литр сока, упаковка премиальная максимально. То есть, он цепляет, он стоит в холодосе у нас там в магазине. И я каждый раз скажу, такой оп. Ну то есть вот прям маркетинг. Хорошо поработали они с упаковкой, здорово. У нас, значит, три сока. Малина, ежевика и ягоды асаи. Без добавления сахара и консервантов. Между прочим, так и написано. Ягоды асаи понятия не имеют, что это такое. Апельсин и ацерола. Звучит странно. Что-то с печенью связано, да? Вот. Яблоко, киви, шпинат. Вот здесь я все слова знаю. Мне от этого приятно становится. Так, ну что, будем гуглить. Ягоды асаи – это плоды пальмы, прорастающие в лесах реки Амазонки. Способ сбора ягод не изменился с древнейших времен. Их собирают вручную, поднимаясь по стволу пальмы на 20-30 метров. Добравшись до вершины, сборщик срубает гроздь плодов и спускает с ней обратно. Вы поняли? Эксклюзив, блин. А что такое ацерола? Серьезно, как цирроз звучит, я не могу отделаться от этого. Ацерола. Барбадосская вишня, елки-палки, это просто вишня, барбадосская, но вишня, но барбадосская. Начнем пробовать. Довольно низкокалорийные напитки, потому что обычно где-то 40-50 на 100 граммов, а здесь 105 на 250 грамм, 250 миллилитров. Это то же самое сейчас получается. Значит, соки прямого отжима получают прямо из фруктов. Соки не проходят процесс концентрирования и восстановления, позволяет сохранить пользу. Шпинат способствует детоксикации организма, готовят в Питере. Так, состав абсолютно натуральный, я уже посмотрел. Вот, например, этот красненький у нас там сок виноградный, яблочный сок, сок из черноплодной рябины, пюре из малины, пюре из ежевики, пюре из черники, пюре из асаи. На самом последнем месте, то есть вот это вот асаи у нас... с пальм, которая добывается, меньше всего здесь в составе. Я лазил, гуглил, а тут прям на пачке написано, вот ацерол – это барбадосская вишня. Вообще, несмотря на то, что здесь написано там 2-3 каких-то фрукта-ягоды, да, внутри в составе гораздо больше получается ингредиентов. Хотя это не касается вот этого желтенького. Тут действительно апельсиновый сок, пюре из ацеролы и мякоть апельсина. То есть он самый... такой шпинатный состоит, вот здесь вот дофига тут яблочный сок, ананасовый, виноградный, пюре из киви, пюре из шпината, сок из лайма, экстракт спирулины, блин, где они это берут, это жесть, откуда столько, экстракт сафлора и мякоть баобаба, ребята, так, ладненько, все, давай, у меня три стаканчика есть, чтобы нам оценить цвет этих напитков, сейчас каждый из них встряхну, чтобы... все, что там добыто с пальмы, да, чтобы оно перемешалось. Здесь шпинат, чтобы вот это все... Параллельно, кстати, сейчас скажу вам про срок годности. Срок годности этих штук 6 месяцев.
Вот такой симпатичный светофор, очень матовые цвета получились, хотя желтый довольно яркий, эти такие, знаешь, пастельного цвета. Прикольно, мне нравится, очень насыщенные по цвету, я надеюсь, что по вкусу тоже будет неплохо. Давайте пробовать. 0,9, блин, вот задолбали. Масло 180 граммов, молоко 930, здесь 0,9. Делайте литр, сука, 300 рублей. Литр вкусного мне делайте. Жалуюсь. Виталий жалуется, рубрика такая маленькая. По запаху тупо малина и немножко ежевика. То есть, что такое асаи, какой-то такой незнакомый запах я не чувствую. Что там с пальмой они добывали, непонятно. По кислоте это как абсолютно любой сок рич. Вот ты берешь рич, какой угодно, и там будет вот ровно, он будет ровно такой же кислый. Я именно поэтому вообще соки не очень люблю. Из-за того, что они очень кислые, я люблю компотики варить, морсики делать там. Причем, если брать клюкву и бруснику, я лучше брусничный сделаю, потому что ягоды, брусники, они послаще. Но очень симпатичный вкус такой. Кислота, ладно, но вкус симпатичный. Не ярко выраженный, то есть это как будто бы, знаешь, чувствуется малина, чувствуется ежевика, но преобладает ежевика. А учитывая, что ежевика, она сама немножко такая не яркая по вкусу, ровненькая такая, то и вот этот вкус в целом, он такой, знаешь, не впечатляющий. То есть как будто бы не до малина, но чуть переежевика. Вот такой вот вкус. Ягоды асаи, хрен его знает, какие они по вкусу. Выделить этот вкус я из этого сока не могу. Но симпатичная штучка в целом. Так, что у нас еще? Шпинат. Вот шпинат, по идее, мне кажется, он должен быть менее кислый. По крайней мере, я бы хотел, чтобы было именно так. Не люблю я кислые соки. Помогает коже оставаться красивой, написано. Прям так и написано. Ну, давай сейчас проверим, смотри, функцию. Запомните сейчас меня такого, какой я есть, и посмотрим, что будет после шпината. Блин, он все равно кислый. Да как это? Еще раз, что туда входит в состав? Где лимонная кислота? Она должна быть на первом месте. Яблочный сок. Четко вообще, вот яблоко доминирует, как будто бы это и есть яблочный сок. Причем, знаешь, такой яблочный с мякотью. Вот по вкусу точно такой. Войдите, блин. Мы снимаем обзор, хватит звонить мне. Яблоко и ананас. Вот то, что четко выделяется, шпинат, соответственно, теряется во вкусе вообще абсолютно. Тоже не впечатляет вообще ни разу. Так, странно. Ну вот у этого хоть есть что-то такое, знаешь, что-то прикольное, необычное. Как будто бы прям вот фрешевость ощущается, да? Соки, ну, сок вот этот, ну, апельсин, слушай, апельсин, он сам по себе у Ричи неплохой. Мне всегда нравился он, ну, такой, там много кусочков и ощущения, как будто бы он свежевыжатый. Хотя это понятное дело, что не так. Посмотрим, что здесь они натворили. Я ловлю вкус ацеролы. А что я получаю? Я получаю тот же самый вкус обычного апельсинового рича. И консистенцию обычного апельсинового рича. Ничем не отличается практически от стандарта. Обычный рич сколько? 100 рублей стоит? 120? Это хрень 380. Слушай, ну, блин. Не знаю, здесь ягоды асаи. Тут шпинат, тут барбадосская вишня, а в итоге хочется сказать, где это все, то, что вы мне сюда надобавляли, из-за чего, в общем-то, я и купил, потому что мы же любим сходить в ресторан там какой-нибудь и взять какие-нибудь артишоки, еще что-то, ну, потому что это что-то необычное, и здесь я тоже беру эти пачки, потому что они, во-первых, выглядят офигенно, повторюсь, во-вторых, там какие-то необычные ингредиенты, я хочу их ощутить. Какого хрена, я не понимаю, где они во вкусе. Короче, все эти три сока, несмотря на натуральный состав, эти напитки не впечатляют вообще ни один. Если из трех выбирать, то вот этот, пожалуй, самый симпатичный. Он такой прям вот нормальный. А здесь нет шпината, здесь тупо чувствуется только апельсин. И все, вот такие вот несбалансированные штучки. Платить 370 рублей, 380, я бы за это больше не стал. Покупать такие штуки я больше не буду точно. Советовать вам или нет, не знаю. Сами решайте. Мое мнение вы услышали.
особо нет. Ну, по крайней мере, желтый стопудово купите, обычный рич. Это купите яблочный с ананасовым, смешайте, будет такая же хрень. Вот это можно, в принципе, попробовать, потому что, ну, в таком формате я напитков не знаю, даже не знаю, какой можно посоветовать смешать. Вот такая вот жертва маркетинга. Я действительно сегодня на косарик приблизительно попал. Ну, ничего страшного, зато кто-то из вас денежки сэкономит, а кто-то из любопытства купит тот, который стоит полюбопытствовать. Спасибо за просмотр, ребят. Соки Рич. Покашеварим.